Сейчас мы прогуляемся по улице Михаила Грешилова в районе станции метро «Теплый стан». Эта улица вот проходит между Голубинской, которая у нас осталась сзади, и Новоясеневским проспектом, точнее самым его началом. Эта улица отчасти является дублером Новоясеневского проспекта и кратчайшей дорогой вот на улицу Голубинская. Так, здесь у нас, наверное, отделение внутренних дел, как я понимаю. За гаражами небольшой лесопарк, называется Голубинский. Но он не очень популярный у местных жителей, так как вокруг есть масса других парков, таких как Битцевский лесопарк, ландшафтный заказник «Теплый стан» и лесопарк Яснево. То есть примерно территориально мы сейчас идем между Новоясеневским проспектом и Московской кольцевой автомобильной дорогой. То есть она находится как раз вот за вот этой лесополосой, Голубинским парком. А Новоясеневский проспект вот там. Еще написано: проектируемый проезд 54-14. Не знаю, это прежнее название этой улицы, либо где-либо проходит еще такой проектируемый проезд поблизости. А сейчас мы двигаемся в направлении Профсоюзной улицы, то есть самого его окончания. Но данная улица на нее не выходит, она повернет к Новоясеневскому проспекту вот чуть дальше. То есть с запада, с западного направления повернет в северное. Так, и вот здесь автобус заезжает. По данной улице не ходит никаких маршрутов общественного транспорта, но, видать, здесь парк или какая-то зона обслуживания. Адрес вот этой территории по Новоясеневскому проспекту, дом 8. Да, здесь, скорее всего, автобусный парк располагается. Вот. Да, это автобусный парк.
Что я не знал, буду знать.